Дорогие друзья, сегодня мы играем в неимперистую семью, и сегодня я буду играть за фламинго. Да, конечно, он прям не самый прям прикольный, но просто решил за него поиграть. Вот такой он. Вот идет фламингус. Почти он ничем не отличается от обыкновенного фламинго. Да, чуть-чуть отличается. Сейчас мы подождем, пока прогрузится игра. Что, ни одного игрока, что ли? Нет, много очень. Во, сейчас. Прогружаемся. И вот мы. Будем сейчас смотреть, что они учуняют. Господи. Идеально. Бегает. Неплохо. Неплохо. Кстати, он дрифтит. Да, он дрифтун. Вот это хорошо. Вот так вот сидит, как курочка грин. Он переворачивается. Ну, ест он отлично. Больно, вы видели меня на моем ролике, глазки, все хорошо. Можем сейчас побегать по Эрику. По Эрику побегаем. Раз. Утка, лебедь. Короче, очень много птиц. Ах ты, гаденыш. Ладно. Кстати, хочу посмотреть по всем серверам. О, все четыре человека на нашем сервере. Ага. Ну и, пожалуй, будем сейчас выращивать его, чтобы он был красивенький. Конец витрами. О, господи, какой он красивый все-таки получился. Имя, конечно же, у нас будет Беляш. Так что, если вы увидите вот такую птичку с таким именем, то знаете, что это Беляш. Что это я? Ну, смотрите, давайте посмотрим, что же он умеет. О. Неплохо. Кстати, у него нижняя челюсть. Да, она тоньше, тоньше, чем нижняя, ладно. Сядьте, неплохо, вообще неплохо, не как лебедь. Именно если он сядет, то нужно как лебедь. Именно если он сядет. Господи, я отзываюсь. Нет, космос, соединим. Нет, не сильно, господи. Марисю, какая-то. Скажите, пожалуйста, друзья, пожалуйста, простите. Потому что я случайно это сделала. Так вот, он у нас так А как он ходит? Прикольно. Вот это вот прикольно. Он именно бегает. Идеально он бегает. А, кстати, прыжок. Неплохо. Вообще неплохо. Как Марио такой. Пи-пи. Ест он, конечно, неплохо, неплохо, он больно. Все, птичка сдохла. Дисплеер. Ой. Вот у меня это единственное пока что, я видела птицу, чтобы вот так она стояла. Потому что у меня, наверное, это единственная птица, которая так умеет. Экран. Господи, ну вот просто класс. Ну, и летает она, ну, конечно, она летает неплохо. Вообще неплохо. Ну, давайте на этом прощаться. Всем спасибо.